Ну и всем советам шкам привет, с вами Сова, и сегодня мы продолжаем играть, ребята, в раз, да, ребята, играем мы уже на Battle Royale, также все играем, ребята. Мы заспавнились прямо возле домика и лутаем его быстро и уходим отсюда к чертям. Ребята, я думаю, нам тут что-нибудь повезет, нормально какой-нибудь лут дадут. Так, не очень пока лут. Не сказал, что супер, но также говно. Так, тут что? Тут для нас предстоит... Опа, еще что ли? А, не, выкинуть не дадут, я не пройду никак. Офигеть, парни! Так, это можно было не забирать. Вот это возьмем. Что тут у нас? Вот это, вот это. Это тоже, в принципе, можно было не забирать. Ледоруб. И это тоже возьмем. Так. Все четко, уходим отсюда. Сверху вроде ничего нету, валим. Теперь, гайс, валим. Так, что у нас там? Время у нас полно, но мы можем лучше сейчас побежим, чем никогда. Так. Так, застакуем. Это вынесем. Это не воссоединяется. Это выкидываем, выкидываем. Выкинем, это не надо, в принципе. Вот это вот. Вот так вот. Вот так вот. Все, валим. Так, нам нужно вправо. Вон туда бежим. Просто бежим и не оглядываемся. Нам нужно найти хоть какой-нибудь лут, чтобы стрелять, либо... ну да, в принципе, нам только нужно, чтобы чем-либо стрелять. Так, сделаем так. Будем кидаться ножами на всякий случай, если кто-то будет нас к нам подбегать. Что-либо такое, потому что мы в ближнем бою этим ножиком ничего не сделаем. Да, ребят, сорян, что я не выпускаю видео уже так долго, буквально 4 дня. Я думаю, у нас график наладится. Это все связано с маем, но... Ой, с экзаменом, то есть... А я думаю, у нас также продлится все до 16 июня где-то. Потому что как экзамены закончатся, все мы это понапишем. Я перестану готовиться к этим гребаным экзаменам. И все тогда у нас пойдет на ладу. А сейчас можем попотеть, чтобы сдать нормальные экзамены. И можно будет спокойной душой уже... Уже что-либо делать. Так. Бегу я немного не в ту сторону. Вот теперь все четко. Давай, скидывай прям тут. Нет, это слишком далеко. То есть слишком близко к радиации. Мы просто будем бежать дальше вверх. Чем ближе мы находимся к центру, тем опаснее. Потому что мы находимся на самой такой точке уже, где у людей есть что-либо... взять, то есть пострелять по мне или покидать меня хорошего дропа. Так, видно справа домик какой-то очень здоровый, нам придется к нему бежать сейчас. Так, смотрим, есть тут кто-нибудь вокруг? Нету вроде бы никого, но бежать все равно к нему придется. Так, у нас времени полно еще. Нет, ни хрена не полно. Валим отсюда. Видели нигера на третьем этаже? Вот, это мой убийца, который меня же, скорее всего, убьет. Если я сейчас от него не убегу. Я думаю, что нам получится убежать от него, и мы сможем... Убить, что ли, хотя бы одного. Так, видим впереди. Хрень какую-то. Чё тут? Ух ты, пайп. Так, вот этот возьмем. Все, дальше валим. Так, что у нас с этим патроном тут? Пулю вставляем. Без пули никак. Потом быстро меняем на что-либо другое. Так. То есть на картечь лучше 12 калибра, а вот этот патрон, в принципе, лучше оставлю. Патроны здесь не бесконечные. Что-то я тут никого не вижу. На карте аэродроп не показывается. Так. Мне показалось, ли слева кто-то сзади меня тут есть. Сколько вообще людей на сервере? Что-то непонятно вообще. О. Как нам повезло, парни. Так, разряжаем, выкидываем, одеваем, ставим,
Выбрасываем, выбрасываем. Выбрасываем. Время, 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 что там? Нормально еще. По-божески. Офигеть. Вот сюда сейчас спустимся. Ч-ч-ч-ч-ч-ч. Плохо. Дело плохо. Так, выкидываем. Бежим туда. Так, что у нас тут? Повезло. Повезло, повезло. Дальше. Нет. Так. Я думаю, он мне не нужен. Разряжаем, разряжаем. Разряжаем. Ну, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Да ну. Нафиг он такой нужен. Так, еще один медикамент. Все, валим. Что у нас там с зоной? Наша зона еще допустима. К чему-либо. Так, Томпсон. Все, Томпсону больше ничего. Разряжаем, выкидываем. Вот на него одеваем. А, у меня штанов нет. Куда я его выкинул? Так, вот так, вот так выкидываем. Так, один патрон. Дела плохи, ребята. Нету патрона Томпсона. А, они мне нужны. Они мне серьезно нужны. Так, бежим от местами, я так думаю, лучше всего будет поменять. Так, время, время, время поджимает. Побежал, оплошился. Бежим прямо. Ну хоть что-нибудь тут мне дадите, а? Вон тут хотя бы есть. Хорошо. В смысле, ты не хочешь? Хорошо. Лазер сюда поставим. Не хочешь, как хочешь, так сказать. Так, разряжаем, выкидываем, бежим дальше. Со временем все плохо. Разряжаем, выкидываем. Разряжаем и выкидываем. Блинский оладушек. Я что-то никого не видел, чтобы хоть кого-нибудь убили, хотя бы одного человека. Что, такая здоровая карта, что ли? И вообще никто друг друга не хочет убивать. Так, на ноги это вот это вроде. Все правильно, вали. О! Опа, опа, опа. Так. Бежим как можем. Перепрыгивай, скорей. Скорей, 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 скорей. В принципе, мы передвигаемся немного вперед, нормально. За аэром бежать. Мне болт нужен. Лишние какие-то звуки не слышатся. Просто ужас какие. Блин, это звук листвы просто напрягает немного. Где аэр? Нету, так нету. Жестко. Просто бежим прямо. Без остановок. Вон аэр лежит, видно. Отсюда даже, вон там, где на горе аж лежит. А тут-то никого нету.
Так, слева вроде никого не видно. Ух ты, прямо передо мной. Справа от меня ждем аэропорт. Ой, аэропорт Айр. Вот сюда должен упасть. Эй, ну иди. Убил просто через кусты монстр. Серьезно? Я пропустил. Просто парень меня просто не видел. Серьезно, они стакуются? Почему я раньше не знал? Так. Все, валим. Двоих минус дал уже. Чётенько. Чё у нас тут? В принципе, ничего особенного. Ай-яй-яй. Попал засранец. Валим, валим, валим. Так, дальше. Он там наверху. Жестко, жестко, жестко. Офигеть, в мою сторону, как летят патроны какие-то одни. Чё он творит? Чё у нас там со временем? Тут где-то парень. Вот парниша, вот парниша. Давай туда пойдем налево. На левый фланг. Давай, 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 давай. Так, понятно, 2 килла сделал. Дальше я не смог. Ребята, ладно, дожидаемся, когда они друг друга сольют. И начнется новый раунд, ребята. Увидимся через 3, 2, 1. Ну и вот, ребята, мы, короче, появились. Не знаю где. Ну, короче, в самом начале карты. Это очень плохо. Бежим, короче, прямо по курсу. Вот сюда, вот на этот домик. Либо мы побежим уже дальше сразу, чтобы не останавливаться на этих фиговых домах. Не знаю, короче, посмотрим. Ребят, давайте, может, попробуем новую тактику. Сразу побежим на этот домик. Потому что там дом будет уже, походу, реально сложно. Давайте сразу побежим туда. Наверх. Тем образом мы, возможно, будем подбирать что-либо. И нормально, думаю. Так. Art Gallery. Типа галерея. Галерея чего-то там-то. Картин. Рисунков. Ну, что-то типа того. Так, ребята, мы должны очень быстро сейчас подняться. Для того, чтобы нам не составили конкуренцию, подобрать весь хороший лут. Так. Всякие бичи лезут, да, первые два домика. А там же вроде как всегда говно. А, уже в 3-4 уже нормально. Вот как болт риф. Что? Откуда болт уже? Читер. Так, давайте прыгаем, прыгаем. Скорее, скорее. Ну, это что за торможение? Я же тут тебе не катаюсь. Скорее, скорее. Поднимайся. Ну же. Бичуган. Ух ты, по мне уже стреляют, я так не знаю откуда. Просто бежим. Бежим вперед. Так, видим. Сверху вход. По мне вон сзади, видите, стреляют. Нет тут ничего, ёпты. Нет тут вход.
Вы серьезно? Ай-яй. За мной бич лезет. Спасибо. Спасибо, спасибо, парень. Очень помог, серьезно. Так, раздеваем его. Так, это сюда. Это пока что никуда. Так, если он залез на самый верх. Итак. Так, тут ничего нету. Тут что есть? Здесь есть бандажик. Что у нас там со временем? Времени очень много. Тихо, тихо. Уходим, уходим отсюда. Так, ничего мы, так сказать, хорошего не получили. Что здесь есть? Ничего, нифига здесь нету. Так, 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 так. Со временем плохо, направо уходим. Блин, сейчас очень опасно идти куда-либо. Благо парень был ложком. Так, вон аэр падает. Тут ничего не падает. Вон впереди бич. Скорее всего, залутал уже, бежим к нему. Я сейчас попробую на расстоянии попытаюсь его убить. Но не факт, смогу ли я или это, или нет. Так, просто бежим вперед. Видим, как он забирается на скалу, и он будет сейчас лутать ту местность, которую не должен лутать. Сейчас будет очень, ребята, опасно. Блин. Очень страшно. Тут его нету. То есть я его тут не слышу. Тихо, тихо, тихо. Зачем ты провисла-то? Беспально по тени так хожу. Норм. Вообще супер. Огонь. Так, все точно так же, как и предполагалось. Валим. Где только он? Он ж, падла, лутается где-то. А что лутает? Где лутает? Это только рандом знает. Вы серьезно, ребята? Он меня с пистолета грохнул. Не, ребята, это не серьезно, короче. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх. Всем удачи и всем пока.